Добрый вечер, Олег Геннадьевич. Садитесь, садитесь. Не волнуйтесь. Хорошо. В первую очередь хочу поблагодарить за ваши знания, которые вы даете. Я очень благодарен, что вы пришли ко мне сюда. Я всю жизнь мечтал, чтобы вы пришли. Вы пришли ко мне сюда. У меня вопрос такой. Вы вчера говорили о том, что человек не может быть успешен в своей деятельности, если он не принимает культуру там, где живет. Представьте себе, вы ходите, вот вокруг такая культура. Все люди сотканы из нее. Вы просто привыкли, вы не знаете, что культура очень сильно влияет на сознание. Культура – это ваши улыбки друг к другу, это ваше уважение друг к другу. Это все идет из веры изначально. То есть мусульманская вера, да? И она создает вот эту культуру. Даже танцы и песни, они все равно этим наполнены. Вот посмотрите, восточные песни, они все наполнены этой верой. Той верой, в которой здесь люди жили. Это называется культура. И если я здесь живу и этого не принимаю, то как я смогу любить людей? Потому что любовь, она все равно идет сначала от Бога, потом к людям. Поэтому я сначала принимаю культуру того места, где я живу, а потом мне легко будет отношения строить со всеми. Вот представьте, допустим, я не люблю мусульманскую веру. Как мне здесь жить тогда в этом месте? Я не смогу уважать людей, не смогу понимать их, потому что здесь все пропитано этим. Это кажется, что здесь уже все, ничего не... Это не так на самом деле. Посмотрите внимательно. Культура сильно влияет на сознание. Вот едьте в Россию, там другая культура. Там люди имеют другой взгляд, другие слова. Это пропитано уже христианством.